CPM is the biggest fashion event here in Moscow, and we have a lot of international exhibitors who are very interested in the Russian market. We are very happy to do this exhibition and have the power and the support of visitors, exhibitors, and also for the press. Сегодня была представлена летняя коллекция, то есть часть из этой летней большой коллекции. Всего выходов 30, но было показано 13. В этой коллекции такой более натуралистический образ, связь с природой, романтика присутствует, потому что мы использовали принты, которые разработали сами на фабрике. Вот, используется шелк у нас, трикотаж вискозный, принтованный. И все принты разработаны были нами специально для этой коллекции. Сегодня прошел показ моей второй коллекции уже, то есть это продолжение первой. Первая коллекция была дипломной, я использовала ткани своей бабушки, совмещала их с тканями, можно сказать, интерьерными, потому что жуи чаще всего используются в интерьерах. Люблю миксовать ткани, разные сочетания цветовые, многослойность, это все как бы все, что я люблю. Всем привет! В
вдохновение всегда я беру у природы. Я очень люблю такие животные, можно сказать, мотивы, чешую, декоративные перья делаю. Все это вырезается вручную, все детали, а потом уже швея собирает. Мы с сестрой это все проектируем, продумываем, как это будет лучше. Я рисую картины и потом уже смотрю и думаю, какую модель мне разрабатывать для того, чтобы это красиво, гармонично сочеталось в платье. Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.